Команда сыграла один матч, очков пока нет. Еще одно поражение, и старт можно будет назвать поистине провальным. Левандовский. Увидел открывание впереди, делает передачу. Казалось бы, уверенно команда продвигалась к воротам соперника, но в результате потери мяча. Мастерски сыграно, а дальше что? Азар. Будут вбрасывать мяч из-за боковой. Мяч у соперника. Левандовский. Гутьеррес. Пересек мяч боковую линию. Можно было получше мячом распорядиться. Матьё. Гутьеррес. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Четко и надежно сыграно, выносит он мяч из штрафной. Похоже, это атака. Можно забивать. И кладет он мяч в сетку. Вот это молодец, а! Да, сыграл очень здорово, все четко сделал и вывел свою команду вперед точным ударом. Мяч прямо юркнул под перекладину. Голкипер был бессилен что-либо сделать. И игроки как завороженные смотрели за полетом мяча и думали о чем-то своем. Рамос. Нарез в штрафную. Можно подать. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. До вратаря этот мяч не доходит благодаря героическим усилиям защитника. Левандовский. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. А вот это уже здорово. Казалось, что в этой атаке может что-то получиться, но защита хорошо отработала. Арбитр назначает угловой. Мяч летит в центр штрафной. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Мяч ушел в аут. Ушел мяч аут. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват.
Ну, мягче, конечно, нужно было передачу делать. Мяч покинул пределы поля, аут. Рамос. Гутьеррес. Грамотный пас, все по делу. Как мы видим на повторе, офсайд действительно был. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Уверенно действовал в перехвате. Удар по воротам. Нет, не попадает мяч в ворота, но близко к этому. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Азар. Левандовский. Матье. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Гутьеррес. Хеведес. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Момент упущен. Навес не получился у игрока. Игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Такие передачи придают атакам остроты. Хорошо, мяч перехватили в атаке. The fourth official has indicated there will be a minimum of three. Нижней штанги идет подача. Этот стандарт обещает несколько десятков дополнительных секунд обороне. Позиция очень удобная для штрафного. Отличный шанс, чтобы забить мяч. Свистят болельщики хозяев. Не нравится им, что гости тянут время. Действительно, явно они получили установку не нагнетать. Удар! Отводит опасность от ворот голкипер. Все правильно сделал. С этого углового можно укрепить преимущество. И разыграть решили угловой. Хеведес! Нужно выходить из ворот. Все правильно. Минимальное количество голов, минимальный перевес. 1-0 пока. Первая половина. Продолжается наш матч, второй тайм.
Есть свободная зона перед игроком на фланге. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Заброс вперед. Гутьеррес. Сохраняет мяч, несмотря на прессинг. Хороший пас вверх вперед. Вратарь не без проблем, но справляется с ударом. Будешь навешивать, а? Защита первая на мяче, вынос. Азар. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Гутьеррес. Один из лучших по игре в пас он сегодня. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли, классно в перехвате сыграно. Азар. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Следует скидка. Браво, вратарь! Спасает он свою команду. Очень уверенно и красиво он справляется с этим мячом. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Отлично он играет сейчас. Ничем интересным не закончилась эта атака. Будет удар от ворот. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. И мяч выбит из штрафной. Прошу, укрыл мяч. Красиво сыграно, но неэффективно. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Есть игрок впереди. Пройдет передача. И есть поддержка у этой атаки. Удар по воротам. Это угловой.